честь Дня экономиста Высшая школа экономики и управления Южноуральского государственного университета организовала праздничное мероприятие «Форум экономистов ЮРГУ. Преемственность поколений». Одна из важных качеств, характеристик любого специалиста, любого профессионала в любой отрасли, в любом направлении – это, конечно же, умение считать деньги и управлять коллективом. Это все как раз именно про вас. Вот именно вы являетесь той хранилищем этих знаний, которые обучают специалистов различной области. Форум экономистов ЮРГУ проводится ежегодно. Его главная цель – обмен опытом и знаниями между поколениями экономистов, обсуждение актуальных вопросов и проблем экономики и бизнеса. Экономическая школа ЮРГУ имеет большие традиции. Сегодня вспоминали всех тех, кто стоял у ее истоков. Сегодня вспоминали профессоров, докторов наук, доцентов, кандидатов, чья деятельность как научная, так и преподавательская запомнилась и, собственно, сформировала ту экономическую элиту и, в принципе, те экономические кадры, которыми сейчас богата наша область. Форум позволяет студентам знакомиться с опытом состоявшихся специалистов, учитывать рекомендации и нюансы профессии. Коммуникация поколений – важный этап становления в профессии. Благодаря таким мероприятиям студенты могут подчеркнуть для себя что-то ценное и использовать полученный опыт в дальнейшем. Уже не первый год проводится VIVAT-шоу. В прошлом году, к сожалению, не смогла присутствовать, но в этом году были очень запоминающиеся номера. Студенты, мне было очень мило наблюдать, как они с трепетом говорят о своих кафедрах, как они благодарят преподавателей, что очень много почерпнули знаний и умений. Узнала новое о своей кафедре, узнала, какие есть направления в дальнейшей работе. Мероприятие посетили не только студенты Высшей школы экономики и управления ЮРГУ, но и выпускники. Они рассказали будущим специалистам о важности получения образования и перспективах в дальнейшей деятельности. Люди с квалификацией выпускников ЮРГУ нужны, поэтому давайте быстрее учитесь. Мероприятие хорошее, вперемешку шоу с выступлениями, презентациями факультетов, да. И надо отмечать, потому что 80 лет – это хороший статус, а как мне один еще мой преподаватель сказал, что университет – это место намоленное, а оно с годами только лучше становится. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Южноуральского государственного университета.